Всем привет, друзья мои! Всем buenos dias! Горячий привет вам из Колумбии и с берегов Карибского моря. Итак, к вашему вниманию небольшой заливчик. Это окрестности залива Ураба и окрестности поселка, точнее побережье поселка Сабзуро. Здесь у нас стоят яхты на якорной стоянке. Еще мы здесь видим три парусные яхты. Одну уже потонувшую справа, даже две потонувшие и одну моторную. Вот такая вот картина у нас интересная. Ай-яй-яй-яй-яй, какая неприятность. Ай-яй-яй. Да, печально, кто-то не уследил. Значит, Вилла Белла, в общем, флагов нет, поэтому принадлежность мы пока понять не можем. Но мы находимся в Колумбии. А, вот здесь один флаг виден. Один флаг виден, причем это, судя по всему, панамский флаг. Да, это панамский флаг. Мы находимся очень близко от берегов Панамы и от границ с этой ужасной страной. Почему я так ее описываю, вы узнаете позже. В обозримом будущем, я надеюсь. Да, я знаю все флаги всех стран мира и уже бывал почти в половине имеющихся у нас стран на нашей планете. Так, ладно, значит, в этом поселке живет около 500 жителей всего-навсего. Он очень изумительный, красивый, тихий и спокойный. По ряду причин я здесь застрял ненадолго, отдыхаю, решаю некоторые вопросы. Впереди много интересного, друзья. Только что мы посетили со своим корешем, мы посетили водопадик и покупались по очереди там. Я даже утопил колечко по традиции. Макока. Так. Впереди много интересного, друзья мои. Не забывайте подписаться на этот канал. Поставим лайки этому видео. И сделаем колокольчик черного света, пожалуйста. Пишем комментарии внизу. И делимся роликом с друзьями. Вот такой просто обычный описательный репортажик. Сегодня вашему вниманию. Потому что изумительная погода. Почти полный штиль. Хороший денечек и безветренно, и отличное настроение, несмотря ни на что. Горячий карибский привет, друзья мои. Всем огромное спасибо за просмотр. Увидимся на краю света.